Друзья, всем привет! На обзор квартиры, которая находится в ЖК «Квартал», это улица 25 октября, дом 20. Очень интересный район, в первую очередь, своим месторасположением и своей инфраструктурой. То есть, ну, давайте традиционно сначала о том, где находится вообще этот район. Вот, это шаговая доступность до модного и 130-го квартала. Вот, можете обратить внимание, даже с окон его видно. То есть, фактически, это самый центр города. А многие люди даже сейчас у нас в Иркутске говорят о том, что раньше у нас исторический центр был, это улица Урицкого, это улица Карла Маркса. Сейчас у нас центр как-то больше, более плавно переместился именно в 130-й квартал, потому что самые интересные досуговые какие-то у нас мероприятия проходят именно там. Вот, по самому району, то есть это шаговая доступность до центра города, это подземный паркинг есть прямо в доме, есть еще один подземный паркинг вот тут. В принципе, это один из немногих районов города, где плюс-минус можно без проблем до даже начала зимы снять парковочное место. Зимой, как правило, их, конечно же, уже всех нет, потому что люди их разбирают. Далее, вот такая достаточно большая лоджия, панорамное остекление, вот, и окна во двор. Далее, квартира у нас двухкомнатная, это у нас зал, совмещенный с кухней. Обратите внимание, квартира очень уютная, здесь очень много вот различных таких интерьерных деталей, которые создают уют в квартире, и когда здесь, ну, заходишь в квартиру, здесь очень приятно находиться. Далее, квартира оборудована всем необходимым, включая кондиционер и посудомоечные машины, что достаточно редко для квартир такого класса. Вот, обычно, ну, все вот эти фишечки, ну, у нас начинаются в квартирах, там, условно говоря, от 45-40 тысяч рублей хотя бы. Вот, имеется телевизор, то есть все-все-все необходимое. Также здесь есть комплект посуды, он не маленький. Квартира у нас, получается, по факту с философией «заезжай и живи», то есть от вас только тапочки нужны, как обычно мы говорим. Далее, спальня. Спальня у нас отдельная, вот также с большим двустворчатым окном, за счет этого много естественного света. Если у вас ребенок, можете обратить внимание, имеются запирающие замки на окнах. Вот, ключ, конечно же, собственник вам выдаст. Вот, и также есть все необходимое, включая даже этажерку, сушильная доска, пылесос и так далее. Вот, и давайте я вам покажу санузел. Санузел у нас совмещен. Электрические полы с подогревом здесь. Обратите внимание, все тоже в спокойных, чистеньких, светленьких тонах это сделано. И так выглядит прихожая. Вот. Будем рады вам показать эту квартиру вживую. Спасибо.